Как из ведра, городские службы активно борются с последствиями сильного ливня, который накрыл Новосибирск сегодня. Многие участки оказались под водой. На дорогах парализовано движение, образовались многокилометровые пробки. На площади Калинина из-за подтопления пришлось временно остановить движение трамваев. Частные дома в низине на улице Калинина и Сухарной также остались в воде. На декоративный сильный ливень размыл дорогу. На улице Лермонтова автомобилисты не смогли преодолеть глубокую лужу. На Кашурниково рядом с Березовой рощей тоже потоп. Ливневки не справились. Два жилых дома на Красном проспекте остались без электричества и воды из-за подтопления подстанции. Также пострадал и новый ЖК в Зельцовском районе. Вода покрыла цветочные клумбы, скамейки на улице и вовсю затекает в здание. Местный житель записал на видео масштаб катастрофы. Большие лужи образовались в подъезде и в лифте, но это полбеды. Страдает и подземная парковка. На кадрах видно, как с потолка стекают ручьи. На Красном проспекте 155 идет капитальный ремонт крыши, и застройщик, видимо, не успел застелить кровлю. В итоге затопило квартиры на верхнем этаже. Департамент по ЧС мэрии Новосибирска напоминает жителям, что при возникновении подобной ситуации нужно обращаться по телефону 051.